hate me, and we go to bed angry. I know every day will be alright. I'll be here waiting, I promise I'm changing. I just need a little time to show you I'm worth it. I know that I can be a difficult person. I'm a stress case, strap you off the wall when I'm working. Actually, I'm probably lost when I'm not. You don't deserve it, make me nervous, cause you know I'm gonna break through. Every time I do, I say something that hurts you. Acting like I'm vulnerable, we both in the same room. I don't like to be wrong, it's not that you relate to. Dancing Stars. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на акции «Стоп-ковид-19», которая проходит в рамках республиканского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня, мое здоровье и успех завтра». Добрый день! Ровно месяц назад мы встречались в этом зале, чтобы определить счастливчиков, кто же станет обладателем сертификата на очень такую ценную сумму денежную. И хочу сказать, что участие в акции принимают студенты нашего вуза, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 и подавшие справку сертификата прохождения вакцинации в деканат. Да, такие слова говорю уже в новом году, аж прям заикаюсь, так волнительно, потому что столько денег будем разыгрывать, и думаю, ваши аплодисменты будут очень уместны. Кто громче хлопать будет, того факультет и ожидает, возможно, победителей. Итак, друзья, прежде чем вообще приступить к розыгрышу, хочется вас поздравить всех с прошедшим Новым годом и Рождеством и пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, и пусть ваши мечты сбываются. Ну а сегодня пристальнее всех следить за розыгрышем будет наша тиражная комиссия, в состав которой входит председатель тиражной комиссии, проректор по воспитательной работе ГУ Сергей Иванович Скриба. Свое место на сцене. Заместитель председателя тиражной комиссии, начальник управления воспитательной работы с молодежью Елена Алексеевна Романович. Секретарь тиражной комиссии, методист управления воспитательной работы с молодежью Марина Руальдовна Мирошникова. И прежде чем начать розыгрыш, слово предоставляется председателю тиражной комиссии, проректору по воспитательной работе в ГУ Сергею Ивановичу Скрибе. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад всех приветствовать здесь, в этом зале. Вы уже были на первом этапе, сейчас у нас наступил второй этап. Ну и прежде чем мы приступим к работе нашей тиражной комиссии, хочу еще раз всех поздравить с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством, нашим студентам успешной сдачи сессии и хорошо на каникулах отдохнуть.
Ну а преподавателям, деканам и так далее хорошего настроения и хороших студентов. Успехов в новом 2022 году. Спасибо. Определять победителей второго этапа акции сегодня будут представители студенческих советов факультета. И приглашаю их, конечно же, на сцену. Председатель студенческого совета факультета цифровой экономики Юлия Попок. Председатель студенческого совета факультета права Иван Монакин. Представитель студенческого совета Института социально-гуманитарного образования Павел Суринов. Председатель студенческого совета факультета коммерции туристической индустрии Анастасия Рудник. Председатель студенческого совета факультета маркетинга и логистики Ульяна Грудинская. Председатель студенческого совета факультета международных бизнес-коммуникаций Дарья Нестерова. Представитель студенческого совета факультета международных экономических отношений Елена Урбан. Представитель студенческого совета факультета финансов и банковского дела Артем Желобков. Представитель студенческого совета факультета экономики и менеджмента Валерия Шинкарук. Представитель студенческого совета учетно-экономического факультета Наталья Гайшук. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Есть! Все в сборе! Давайте поаплодируем громче! Есть люди, которые будут определять судьбу сегодня денежных сертификатов. Напомню, что каждый сертификат будет оценен в 100 белорусских рублей. Это отличный подарок Новому году и Рождеству. И громкие аплодисменты ваши. Сегодня у нас второй этап. Впереди будет третий, на котором мы также разыграем 10, хотел сказать 100. Ох, если бы, да, было бы хорошо. Также 10 сертификатов по 100 белорусских рублей. Ну а в четвертом этапе розыгрыша мы разыграем главный приз, который будет значительно, конечно же, дороже. Ну что, друзья, комиссия на месте, готовы следить за ходом нашей жеребьевки, акции, вы тоже готовы. Ну что же, начинаем. Приглашаем к лототрону председателя студенческого совета факультета цифровой экономики Юлию Попок. Пожалуйста, вы первая будете определять. Что делать уже помним, да? Правильно, крутим, вы аплодируете. Мы все смотрим. Открывается вот так, опа, волшебным движением руки. И первый победитель достаем. Громко читаем микрофон, тоже первым у нас становится. Итак, Розанова Алина Игоревна, ФЭП, второй курс, группа 29. Если можно в камеру вот туда, покажите еще, вот туда, чтобы у нас все честно, все справедливо. Это фотоаппарат, это видео, все. Везде зафиксировали, где только можно. Ну что же, это был первый победитель нашего розыгрыша. Стартан, и мы приглашаем председателя студенческого совета факультета права Ивана Монакина. Определить следующего нашего победителя. Да, закройте, пожалуйста, лототрон. Ой, чтоб не укачало только. Так быстро крутится. Итак. И вторым победителем становится... Мирная Виктория Вадимовна, ФЭП, третий курс, 19 ДКА. На камеру тот можно показать. Итак, определили второго победителя. Итак, спасибо большое. Закрываем за собой лототрон. Вот так. Ну что ты, после Нового года силы не осталось уже. Но ничего, идем дальше. Приглашаем представителя студенческого совета Института социально-гуманитарного образования Павла Суринова. Пожалуйста. Видели, что делали для вас ваши коллеги? Вращаем лототрон под аплодисменты, конечно. Да, я вас просто так не оставлю тут. Итак, открываем. Вот, у меня, наверное, волшебный. Вот так я буду помогать, если что. Разворачиваем билетик. И кто становится победителем? Победителем становится Кускова Варвара Александровна, С, 4 курс, 18, 32. Поздравляем, пожалуйста, на камеры фиксируем. Ага, тоже все для отчетности, пожалуйста. Хорошо, аплодисменты громче, закрываем лототрон. Почти закрываем. Вот теперь закрыли. Хорошо.
Идем дальше. Приглашаю председателя студенческого совета факультета коммерции и туристической индустрии Анастасия Рудник. Пожалуйста, запускайте маховик фортуны. Итак, кто же у нас теперь определится? Кто же станет обладателем сертификата на сумму 100 белорусских рублей? Вероника Викторовна из ВОК «Эрфус». Вот и определился еще один счастливчик. Все фиксируется в протокол, конечно. Итак, приглашаем председателя студенческого совета факультета маркетинга и логистики Ульяну Грудинскую, пожалуйста. Вот и ваш звездный час определит судьбу кого-то. А возможно и свою? Нет? Вас здесь нету? Нету, но пока нету. Или, возможно, в первом розыгрыше были. Так, кто же становится победителем? Волков Сергей Игоревич из ГО, 4-й курс, 18-31. Волков Сергей Игоревич. Отлично, все зафиксировано. Спасибо большое. Приглашаю председателя студенческого совета факультета международных бизнес-коммуникаций Дарью Нестерову. Ну, молодцы, вам же говорить даже не нужно. Отлично слаженный коллектив. Вращается лота. Так, не закрыли. Сейчас, секунду. Там у нас выбросило за борт несколько студентов. Мы это все исправляем. Вот что значит не закрывать за собой лототроп. Конечно, заново. Итак, вращаем. Так, есть. Открываем. Угу. Все, теперь зафиксируем. Посылов Владислав Маликович из ГО, 1-й курс, 21-10. Поздравляем победителя! Итак, двигаемся дальше. Приглашаю представителя студенческого совета факультета международных экономических отношений Елена Урбан, пожалуйста. И вы определите судьбу следующего победителя. Еще, давайте еще покрутим. Музыка хорошая, громче, аплодисменты громче. Вот, хорошо, все перемешали, открыли, вытянули, развернули, прочли. И кто же это? Ирина Мария Дмитриевна, yes. 4-й курс ДПВ-3. Вот, ФБ, есть, говорит, из зала. Слышны, вот и представитель факультета права у нас в победителях. Что же, идем дальше. Приглашаю представителя студенческого совета факультета финансов банковского дела Артем Желобков, пожалуйста. Волнительно, нет? Подожди, стоп. Он закрыл. Стоп. Нет, вы наоборот открыли. Вас контролировать надо, так, все помещается обратно. Так, подождите, я по столом посмотрю. Так, все, нету, все в лототроне. Открываем, вытаскиваем, один. Итак, музыка тише, пожалуйста, определяется судьба, пожалуйста. Розанова Елизавета Сергеевна, ФМ, 3-й курс, 19 ДК. Отлично, определился еще победитель. Итак, ну что же, у нас остается два счастливчика. И теперь я приглашаю представителя студенческого совета факультета экономики и менеджмента Валерия Шинкару. Пожалуйста. Предпоследний счастливчик определится сегодня во втором этапе розыгрыша нашей акции «Стоп COVID-19». И им становится... Храпенко Диана Александровна, ФЭМ, 3-й курс, 19 ДКР. Определился 9-й победитель. Вносятся данные в протокол. Ну что же, и ставим точку удачи именно в нашем розыгрыше. Приглашаю представителя студенческого совета учетно-экономического факультета Наталья Гайшон. Пожалуйста. Громче, давайте громче. Ну все, это вот последний победитель определится через считанные секунды.
И кто же попал в этот вагон удачи? Ющенко Валерия Александровна, ИСГО, первый курс, 21, 21, Д, И, П, 1. Есть, прощили, вот и он, десятый. Десятый счастливчик в сегодняшнем розыгрыше. Ну что ж, друзья, аплодисменты нашим вершителям судеб. И сами себе молодцы, проходите, присаживайтесь в зрительный зал. Итак, фиксируются все наши счастливчики в протокол. Итак, ставятся подписи, все сверяется. А пока это делается, мы хотим поблагодарить за помощь в проведении акции ректора РПГУ в лице ректора Алексея Владимировича Егорова, управление воспитательной работы с молодежью в лице начальника Елены Алексеевны Романович, первичную профсоюзную организацию студентов РПГУ в лице председателя Михаила Борейшей и первичную организацию общественного объединения БРСН РПГУ в лице секретаря Марины Вечерко. Аплодисменты. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то замечания по нашему проведению розыгрыша? Второй этап акции. Есть ли замечания? Замечаний нет. Все, спасибо всем. Ну и счастливых... Счастливой сессии. Дальше выздоровеете. Еще раз праздники прошу. Спасибо. Замечаний нет, наш розыгрыш состоялся. Ваши громкие аплодисменты. Друзья, увидимся на третьем этапе розыгрыша. Всего хорошего, до свидания и до новых встреч.